Привет, друзья! На этом мастер-классе мы свяжем с вами вот такой симпатичный, объемный и очень теплый джемпер из мохера крючком. Эта модель оверсайз подойдет на размер от 46 до 52. Значит, ширина полочек по 60 сантиметров, то есть джемпер подходит на объем груди до 120 сантиметров. Длина этого изделия 54 сантиметра. Длина рукава 40 сантиметров, ширина рукава 34 сантиметра, горловина 20 сантиметров и плечи по 20 сантиметров. Вяжется джемпер очень легко. Значит, вывязывается отдельно передняя полочка, спинка и рукава. Вяжутся они прямоугольными деталями без прибавлений и убавлений. Значит, давайте посмотрим сейчас на полочки. Значит, вот здесь у меня резинка внизу, вот получается 5 сантиметров. Ее я вывязывала столбиками без накида и использовала крючок номер 4. А вот этот основной узор я вязала полустолбиками с накидом и использовала крючок номер 10. Причем вяжем это изделие мы по ширине. То есть вот так, поперечное вязание, а не так, как мы обычно вяжем снизу вверх. Значит, объем этого джемпера регулируется количеством провязанных рядов. То есть вот эти ряды, то есть вы либо вяжете больше, либо меньше. Для вязания я буду использовать вот такую пряжу вишневого цвета Alize Mohair Classic. Значит, давайте посмотрим сейчас ее состав. Здесь вот 25% мохера, 24% шерсти и 51% акрила. И метраж этой ниточки вот в 100 граммах 200 метров. Значит, крючок я буду использовать номер 10, это для основного полотна, и крючок номер 4 для резинки. Рукава вяжутся такой же техникой, что и полочки, только на меньшем количестве петель. Значит, вот внизу рукава у меня идет манжет, это тоже резинка, которая вяжется крючком номер 4. Вот основной узор, который вяжется крючком номер 10. Значит, этот рукав, длина его 40 сантиметров, вот, а окружность 34 сантиметра. То есть я провязала всего 24 ряда в ширину. Значит, давайте сейчас я вам вкратце объясню технику вязания. Значит, сначала нужно связать спинку и передние полочки. Они вяжутся ровным прямоугольным полотном без убавлений и прибавлений. Они вяжутся не снизу вверх, а по ширине, вот поперечным вязанием. Всего для полочек я провязала в ширину 42 ряда. Вот, потом вывязываются рукава. Значит, для рукава я провязала 24 ряда. И потом, когда будут готовы все детали, сначала нужно сшить плечи. Давайте сейчас посмотрим, как выглядят у меня плечи. Вот получается одно плечо. И второе плечо. А вот горловинка. То есть мы сшиваем плечи, после этого я вшиваю вот рукава, но вшиваю по пройме, а потом уже выполняю шов, получается вот так, вот полочка и захватываю рукавчик. После этого я обвязала горловину, обвязала крючком одним рядом соединительными столбиками. И вот так горловинка смотрится. Вяжется джемпер легко, получается объемным, теплым и очень красивым. Теперь мы можем приступать к вязанию изделия. И всем желаю ровных петелек и творческого вдохновения. Итак, начнем вязать со спинки. Я буду использовать пряжу вот Alize Mohair Classic.
Значит, в ее составе, вот, получается 25% мохера, 24% шерсти и 51% акрила. Цвет я буду использовать вот 57-й. Метраж этой ниточки в 100 граммах 200 метров. Значит, основное полотно будем вязать крючком номер 10. Вот так выглядит крючок. А резинку вяжем крючком номер 4. Сейчас я наберу цепочку из 50 петель плюс 1 петля подъема. Из этих 50 петель 8 петель резинки я буду вязать крючком номер 4, а 42 петли основного полотна нужно вязать крючком номер 10. Давайте сейчас я вам на схеме покажу, как мы будем вязать спинку и переднюю полочку. Значит, спинка и передняя полочка вяжутся одинаково, но вязать мы их будем не вот так снизу вверх, а по ширине, то есть поперечным вязанием. Значит, вот 42 петли вот основного узора я буду вязать крючком номер 10, а 8 петель резинки будем вязать крючком номер 4. Начинаю набирать петли. Значит, я беру ниточку, оставляю вот здесь небольшой хвостик и сейчас сделаю скользящую петлю. Вот так я сделала петельку, захватила ниточку, и вот у меня получилась петелька. Значит, я беру крючок номер 4, одеваю в эту петельку, и теперь я буду набирать петли, то есть я наберу 8 петель резинки. Итак, набираем. Первая, вторая, петельки набираем свободно. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Теперь меняю крючок. Беру крючок номер 10, значит, одеваю в петельку. И дальше я набираю 42 петли основного полотна. Первая, вторая, петли не затягиваем, набираем очень свободно. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и так далее. Вот я набрала 42 петли крючком номер 10, но всего цепочка у меня получилась 50 петель, то есть 8 петель плюс 42 петли. Сейчас я делаю петлю подъема и дальше вот я начинаю вязать полустолбиками с накидом. Значит, вот эту петельку я пропускаю. И вот эту вторую петельку вывязываю полустолбики с накидом. Значит, делаю накид, ввожу крючок в эту петельку, вытянула накид и протянула накид через 3 петли. Очень свободно, не затягиваем. Снова накид, вытянула петлю 3 петли, накид, протянула крючок через 3 петли. Снова накид, вытянула петлю. Накид, протянула через 3 петли, накид, вот петелька, ввела крючок, вытянула петлю, накид, протянула. И так я продолжаю вязать полустолбиками с накидом до вот этих 8 петель резинки. Вот я провязала 42 петли, теперь я буду вязать вот 8 петель резинки. Я меняю крючок, то есть я беру крючок номер 4, и теперь я буду резинку вязать столбиками без накида. То есть я ввожу крючок, вот так вытянула и вот провязала. Один столбик без накида, второй. Третий, четвертый, пятый, шестой,
седьмой. И вот последний получается восьмой. Теперь я делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю работу. И теперь я буду вязать, значит, тоже 8 петель резинки столбиками без накида, но я буду вязать за заднюю стеночку. То есть теперь я всегда вяжу за заднюю стеночку. Значит, вот эту первую петельку я пропускаю. Вот у меня петля, задняя стеночка, ввела крючок и провязала столбик без накида. 1, ввела крючок, провязала. 2, 3, 4, 5, вяжем очень свободно, не затягиваем. 6, 7 и вот 8. Теперь я меняю крючок. То есть я беру крючок номер 10. Еще для удобства я беру маркер и помечаю этим маркером вот последнюю петлю резинки. Дальше основное полотно я вяжу полустолбиками с накидом, но вяжу за заднюю стеночку. То есть вот у меня петля, я делаю накид. Вот получается, я ввожу вот крючок за заднюю стеночку в петлю. Накид, протянула вот через 3 петельки. Снова накид, вот у меня петелька, за заднюю стеночку ввела крючок, вытянула вот накид и протянула через 3 петельки. Снова накид, ввела вот получается крючок в петлю за заднюю стеночку, накид, протянула через 3 петельки. И так продолжаю вязать вот этот ряд до конца. То есть дальше мы вяжем такой же техникой, то есть мы 8 петель мы вяжем крючком номер 4 столбиками без накида, а 42 петли мы вяжем полустолбиками с накидом, то есть это у меня будет основной уже узор, крючком номер 10. И получается, что мы вяжем в ширину, то есть поперечное вязание. Продолжаем вязать и набираем ширину спинки. Вот я провязала 42 ряда, и спинка уже готова. Давайте сейчас на нее посмотрим. То есть вот внизу у меня резиночка, вот так она смотрится. И вот основное полотно. Вот так смотрится. Переднюю полочку нужно вязать точно так же, как и спинку. То есть у меня вот будет резинка, значит 8 петель и основное полотно 42 петли. И тоже нужно провязать вот так в ширину 42 ряда. Вот у меня готова уже передняя полочка, внизу резинка и основное полотно. Давайте поближе посмотрим. Вот так смотрится резиночка. И вот основное полотно, вот основной узор. Теперь будем вязать рукава. Для рукавов я наберу 36 воздушных петель плюс 1 воздушная петля подъема. И распределю эти петли следующим образом. То есть сначала у меня будет 7 петель резинки, а потом 29 петель основного полотна. Итак, сейчас набираем петли. Значит, я беру крючок номер 4, беру ниточку, оставляю небольшой вот такой хвостик, делаю скользящую петлю, то есть вот таким образом, одеваю крючок, подтягиваю эту петельку, и я буду набирать петли резинки. То есть сейчас мне нужно набрать 7 петель. Первая петелька. Вторая, набираю свободно. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Потом я беру, меняю крючок, то есть беру, одеваю в петлю
крючок номер 10. И дальше мне нужно набрать 29 петель. Это будет основное полотно рукава. И плюс не забыть одну воздушную петлю подъема. Итак, сейчас набираю 29 петель. Первая, очень свободно. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и так далее. Вот я набрала 29 петель. Теперь делаю одну петлю подъема и начну вязать полустолбиками с накидом. То есть я буду вязать эти 29 петель до вот этого участка, где я буду вязать 7 петель резинки. Итак, начнем. Значит, вот эту первую петельку я ее пропускаю. Потом я делаю накид и во вторую петельку ввожу крючок, вытянула петлю, накид и протянула вот через 3 петельки. Накид. Вытянула петлю, накид, протянула, накид, ввела крючок, вытянула петлю, накид, протянула через 3 петли и так далее. Теперь я меняю крючок, беру крючок номер 4 и буду вязать петли резинки. Значит, здесь у меня 7 петель. И вяжу столбиками без накида. Ввела крючок, петля, протянула. Ввела крючок, вытянула петлю, накид, протянула через 2 петли. Снова ввела, протянула. Третья петелька, ввела, протянула. Четвертая. Пятая, шестая, седьмая. Делаю воздушную петлю подъема, поворачиваю работу. Теперь вяжу 7 петель резинки, а потом буду вязать основное полотно. Значит, вот эту первую петельку я пропускаю, а дальше я буду вязать тоже столбиками без накида, но за заднюю стенку петли. То есть дальше постоянно вяжем за заднюю стеночку петли. Итак, ввела крючок, вот протянула петельку. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Дальше меняю крючок. Беру крючок номер 10 и буду вязать полустолбиками с накидом. Тоже за заднюю стенку петли. Делаю накид. Вот петля задняя стенка, ввела крючок, накид, протянула через 3 петли. Накид, задняя стенка петли, вытянула петлю, накид, протянула. Накид, вытянула петлю, накид, протянула. Накид, вытянула, накид, протянула. И таким образом я продолжаю вязать основное полотно. То есть такой техникой мы вяжем рукав. Значит, внизу у меня идет резинка из 7 петель, а здесь 29 петель основное полотно. Я довязываю 24 ряд рукава. Вот у меня последняя петелька. Все, я закончила вязать рукав. Значит, петлю подъема я не делаю. Вытягиваю крючок. Вот моя петелька. Я уже отрезала ниточку.
и закрываю петлю. Рукав я связала. Давайте посмотрим, как он сейчас выглядит у меня. Вот так он смотрится. То есть вот внизу у меня идет резиночка, а вот основное полотно. Это один рукавчик, а вот точно такой же второй рукавчик. Вот. Сейчас мы его развернем. Тоже резиночка и основной узор. А вот так рукавчик смотрится, когда я его сложила. Вот. То есть вот манжет резинки. И вот так он выглядит, наш рукав. Все детали готовы. Теперь я буду сшивать изделие. Для этого я буду использовать крючок номер 3. И давайте расскажу, как я буду сшивать. Значит, сначала я сошью плечи. То есть вот одно плечо я уже сшила. То есть вот такой будет шовчик. Для этого я отсчитаю 7 косичек. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 косичек, и на этом уровне у меня заканчивается шов. Дальше я буду сшивать рукав. То есть для этого вот я прищу рукав по пройме. То есть вот так. А потом уже после этого я буду сшивать вот так боковые полочки, вот бок полочки, вот так, и захвачу рукав. А потом, уже после того, как я сошью изделие, я буду обрабатывать горловину. Сшивать я буду с изнаночной стороны. Вот у меня изнаночная сторона. Я маркером пометила границу плеча. И начну сшивать плечо столбиками без накида. Значит, ниточку для сшивания я оставляла. И начнем сшивание. Значит, вот у меня я ввожу крючок в эту петельку. Захвачу ниточку, то есть сделаю такую соединительную петлю. Потом я выполню петлю подъема. И все. И начинаю сшивать. Вот обе полочки столбиками без накида. Вот еще петельку. И сшиваю. И такой техникой продолжаю сшивать до маркера. После того, как вот я сшила плечо, я теперь буду сшивать рукав и пришивать его вот так по пройме. Значит, вот у меня центр рукава. Вот я его отметила на границе, вот этот шов от плеча, который идет, и центр рукава, то есть состыковала. И потом отмерила, получается, одинаковое количество сантиметров здесь и здесь. И теперь я буду сшивать, выполнять вот этот шов с изнаночной стороны. Тоже беру крючок номер 3 и начинаю сшивать рукав. Вот у меня ниточка уже получается, я оставляла ниточку для сшивания. Делаю вот так соединительную петлю, потом петлю подъема и буду сшивать столбиками без накида. То есть точно такой техникой, как я сшивала плечи. Значит, вот получается, ищу петли и по границе полочек и рукава выполняю шов.
Теперь мне осталось шить вот эту боковую часть и вот эту часть рукава. Значит, тоже столбиками без накида, крючок номер 3. Итак, значит, сейчас я делаю вот такую соединительную петельку, потом петля подъема. И вот, получается, начинаю сшивать с резинки и пошла по краю полочки, и потом захвачу рукав. Итак, ищу петельку и сшиваю столбиками без накида. Итак, я выполнила все швы. Давайте теперь посмотрим, как они выглядят с изнаночной стороны. Значит, вот так смотрится на полочке сбоку, вот на рукавчике. То есть вот этот шовчик. Теперь давайте посмотрим, как смотрится шов с лицевой стороны. Получается, вот так он смотрится, очень аккуратно и практически незаметно. То есть вот на полочке, а вот идет шовчик на рукаве. Теперь будем обрабатывать горловину. Вот моя горловина, и теперь я ее буду обвязывать вот так по кругу одним рядом соединительными столбиками. Обвязывать я буду вот, начиная от этого плеча. У меня ниточка вот уже есть, то есть я ее не отрывала, когда сшивала плечо. И начинаю обвязывать. Значит, я беру крючок номер 3 и сейчас выполню вот так одну петельку подъема. И начинаю обвязку. Один столбик соединительный. Второй соединительный столбик. Третий. Четвертый. То есть я вяжу и петельки не затягиваю. Вот ищу петельку. Пятый. Вот. И таким способом я продолжаю обвязывать горловину по кругу. Я заканчиваю обвязывать горловину. Сейчас я выполню последнюю петельку. Вот петелька у меня. И протягиваю ниточку. Все, горловину я обвязала. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот так смотрится. То есть все обработано аккуратно. Теперь нужно спрятать все ненужные ниточки. Все. Изделие готово!